Хари Кришна. Развитие высшего вкуса в сознании Кришны необходимо для того, чтобы отказаться от материальных привязанностей и прочно обосноваться в трансцендентной реальности. Процесс слушания и воспевания имен и славы Кришны питает наши сердца и дает нам вдохновение для наших ежедневных служений. В этой связи невозможно переоценить важность ежедневного чтения книг Шрилы Прабхупады, общения с нашим ачарьем-основателем и слушания его. Это необходимо для устойчивого духовного продвижения. Поэтому весной 2020 года орган GBC принял резолюцию, согласно которой в течение недели, предшествующей приезду Шрилы Прабхупады в Америку, всем центрам ИСКОН рекомендуется подчеркивать важность чтения книг Шрилы Прабхупады во всех лекциях, выступлениях и дискуссиях. Руководителям ИСКОН рекомендуется вдохновлять находящихся под их опекой преданных на чтение книг Шрилы Прабхупады, организуя ознакомительные занятия и семинары о том, как и почему регулярно читать книги Шрилы Прабхупады. В этом году празднование недели книги «Это основа» пройдет с 11 по 17 сентября с постоянным акцентом на повышение нашего вкуса к чтению. Сам Шрила Прабхупада сказал: «Книги похожи на сладкий леденец. Куда ни прикоснись, это сладко». Каждый день из недели празднования нашего фестиваля «Книги – это основа» будет посвящена определенной книге. Разные лидеры ИСКОН, проповедники и преподаватели Бхакти-шастр поделятся своими постижениями книги в форме презентации и бесед в подкасте. Чтобы лучше облегчить празднование для этого важного фестиваля, министерство организовало несколько ресурсов, чтобы помочь лидерам ИСКОН вдохновлять общины в их соответствующих ядрах. Это будет доступно через социальные сети и веб-сайт министерства. isconeducation.org. От имени всего GBC я прошу всех преданных ИСКОН с энтузиазмом принять участие в предстоящей неделе книги «Это основа». Пусть чтение книг Шрилы Прабхупады принесет нам всем великую пищу и вкус. Большое вам спасибо. Хари Кришна.